Всем привет, ребята, меня зовут Компот, сегодня я тупо отдыхаю, да, сегодня я просто отдыхаю, так сказать, работу не принимаю, лежу на кроватке и смотрю всякие фильмы, сериалы, играю в различные игры, потому что сегодня на работу мне идти не надо, я вовсе не полезу в сундук за своей мотыгой, семенами пшеницы, чтобы отправиться на огороды. Я буду просто лежать, отдыхать и... Господи, кто пришел, господи, хоть бы не жители, и... О, здрасте, а вы кто? Здравствуйте, вы Роман Компот, да? Да, здрасте, а вы кто? Я почтальон, вам записка, получите, распишитесь, пожалуйста. Интересно, а кто это мне там написал? Записка от Сигмана? Что? Да, распишитесь, пожалуйста. До свидания, нет времени объяснять. Офигеть, ребята, да ну нафиг, серьезно. Неожиданно мой выходной, конечно, начался. Я просто в шоке, ребята. Вы, наверное, не понимаете, в чем прикол, особенно новые подписчики, но я вам объясню. Стигман пропал с моего канала и не появлялся на нем уже более 6 месяцев. Полгода прошло, и от Стигмана ни слуху, ни духу. Последний ролик на моем канале со Стигманом, это все это время Стигман жил под моим домом в Майнкрафте, после этого он пропал, ни в гости не приходил, ничего, а тут, ребята, от него какая-то записка, ну что, давайте ее прямо сейчас откроем и почитаем, так, что тут написано, чё? Компот, спаси меня и моих друзей, мы в нарисованной деревне, Стигман. Так, погодите, минуточку, я что-то анекдота не понял. Стигман просит о помощи? А что у него случилось, интересно, может ему позвонить? Да, давайте, хорошая идея, сейчас я ему наберу. Так, отлично, и звони, давай, Стигман, ответь. Че он не отвечает? Алло, ё-моё, ладно, хорошо, фиг с ним. Ребята, давайте прямо сейчас, мы бежим в нарисованную деревню, я это думаю, почему Стигман так долго не выходил на связь, оказывается, у него какие-то проблемы. Так, вроде все, что мне нужно, я с собой взял, вот еще хлебушка немного возьму, так, записку оставлю здесь. Все, побежали срочно в нарисованную деревню, в принципе, не так далеко бежать, все, в ту сторону. Так, быстрее. Все, вроде я в нарисованной деревне, потому что текстуры поменялись, я в нарисованном Майнкрафте, это точно. И где дом Стигмана? Вот дом Стигмана. А что с ним случилось? Видимо, реально со Стигманом какие-то проблемы. Ребят, смотрите, дома просто нету и... Стоп, погодите. Я вижу дом факела какие-то. Тут какой-то проход. Чё это такое? Я не понял. О, что? Черно-белый игрок? Серьезно? Да, привет, Компот. Офигеть, черно-белый игрок. Ты на моем канале был год назад, даже больше. Погоди, стоп. А ты знаешь, что случилось со Стигманом? Просто мне от него записка пришла, я ее, правда, с собой не взял, но неважно. Да, Компот, ты знаешь, что меня больше всего бесит? Меня бесит, что Стигман снимается у тебя в роликах, а я не был уже больше года, и поэтому я решил вообще уничтожить этот разноцветный мой Майнкрафт. Мне нравится, когда все черно-белое. В смысле? Погоди, стоп, черно-белый игрок, ты же всегда был добрым, ты сейчас шутишь или что? Да? Это что, похоже на шутку, по-твоему? Меня бесят все эти цвета яркие, меня бесит радуга, меня все раздражает, и поэтому сзади тебя находится железная дверь, а там находится специальная машина, которая, как только заполнится чернилами, бабахнет, и весь Майнкрафт будет навсегда черно-белым. Ты чё, офигел, что ли? Не позволю тебе это сделать? Чё стекло не ломается? Я все продумал, Компот, и все заприватил. Прощай. В смысле? Я тебе дам прощай. Алло, где этот черно-белый игрок? Что творится-то? Что-то вообще как-то все перенасыщенно получается. Стигман объявился, черно-белый игрок появился, который так давно не был на моем канале. А я-то думал, черно-белый игрок позитивный персонаж, хороший. Он у меня последний раз реально год назад в ролике участвовал. Так, ладно, что он тут говорил? Господи, это что такое, ребята? Видимо, он не врал. Погоди, я могу как-то это остановить или нет? Так, ну уже как-нибудь, не знаю, выключить, включить тут что-нибудь. Так, я не знаю, как это остановить, я не знаю, как это выключить, но, ребят, тут какая-то машина что-то варится, парится, что-то делается, и если это правда, ребята, то Майнкрафт станет черно-белым навсегда, и я не могу этого допустить. Нарисованный мир, он просто прекрасен, рисунки это прекрасно, арты это все прекрасно. Так, погодите, минуточку. О, тихо. Что, вы это слышали? Что? Минуточку! Да, тихо, это кто? Это я, Стигман! Я тут внизу, возле лавы! Погоди, Стигман, я к тебе сейчас спущусь! Минуточку! Ёшки-матрёшки! Что тут происходит, Стигман? Да это просто жесть, ты представляешь, он меня в клетке закрыл, сказал, что хочет всегда, навсегда цвета удалить, вытащи меня. Так, погоди, я тебя, конечно, сейчас попробую как-нибудь вытащить. Вот так вот, у тебя есть блоки подстроиться, просто я с тобой ничего не брал. Да есть, я вот эти, в принципе, могу подобрать. Так, аккуратно, да не ломай, тихо. Сейчас я подстроюсь, так, один блок, второй,
Фух, ё-моё, как хорошо, что ты пришел. Ты просто не представляешь, он просто ненормальный. Он всех моих друзей спрятал, закрыл полностью. В смысле? У тебя... Так, кстати, да, ты мне в записке еще прислал про каких-то друзей. Что за друзья? Ну все мои друзья, все цвета радуги. Для того, чтобы удалить цвета навсегда, нужно же все удалить по одному. Красный, желтый, оранжевый и так далее. И нужно пройти, судя по всему, все его испытания. Он там кучу ловушек подготовил. Так, ладно, погоди, мы должны тогда спасти твоих друзей. Они тоже стикманы? Ну, да, конечно, и самое главное, нам нужно добраться до самого последнего. Так, хорошо, мы это обязательно сделаем. Дай блок, если они у тебя есть, конечно. Да, есть, в принципе, немного, вот, держи. Так, все, отлично, слушай, я не знаю, тут где-то наблюдает по камерам или не наблюдает. На самом деле, я не ожидал такого от черно-белого игрока. Он у меня был реально один раз на канале, и он мне... Офигеть, смотри, тут лазеры. Да я тебе говорю, это просто жесть. Я от него тоже не ожидал. Он пришел, говорит, слушай, можешь мне краски немного одолжить? Я говорю, ну да, конечно. Он начал мне рассказывать, что я люблю цвета, хочу стать таким же крутым, как и ты, радоваться жизни. И вон что сделал. Это жесть просто, ну с такими... О, погоди, стоп, это кто такой? О, это мой первый друг. Ё-моё, сейчас я его открою. А ну, Киркой, помоги мне немножко. Давай, аккуратно, тут лазер. Давай его вот так вот быстренько застрою. О, получилось так быстрее, а то сейчас камень может сломаться. Так, сейчас я быстренько это все сломаю. А он умеет говорить? Да, конечно. Нет, какой говорить? В смысле? Я говорю, конечно, мы все справимся. Пойдем быстрее. Выходи, дружище. Давай, всё, выбирайся. Всё, побежали. Ё-моё, тут вода. А ты сможешь ты переплыть или нет? Я, если честно, нет, конечно, в смысле, подожди, я цветной, меня же вымоет. Так, погоди, хорошо, тогда стой тут, я попробую сейчас нырнуть, тихо, погоди, тут кто-то тоже есть, если там кого-то вижу, там, по-моему, желтый стикман, это тоже твой друг. Да ну, конечно, вот же, блин, а если вода просочится, давай ускоряйся. Не волнуйся, я все сделаю аккуратно, я сейчас, смотри, устрою тут такой небольшой бассейн, чтобы твоего друга не затопило, вот так вот аккуратно все прострою, и сейчас буду ломать клетку, чтобы он смог выйти, нормально все будет, думаешь? А, я понял, ты типа дамбу сделал, да? Да, все, теперь, по сути, твой друг может выбраться, верно? Да, верно, он может выбираться. Так, аккуратно, проходи пока что вперед, а я сейчас своих друзей за собой потащу. Да, давай, все, отлично, и погоди, тут просто песок и ничего больше. Ты как думаешь, что тут? Тут лопата. Подожди, может, нужно это все выкопать осторожно? Думаешь, а зачем это? Хорошо, ладно, возможно, тут что-то спрятано, чтобы пройти дальнейшие какие-то испытания. Но, опа, погоди, я нашел тут какую-то клетку. Минуточку, а кто это тут у нас сидит? Зеленый стикман, тоже твой друг? Да ну, блин! А подожди, стой! Он немного открасился! Вот же, блин, а! Дурацкий черно-белый! Так, давайте, ребята, давайте, сейчас они мне помогут! Видишь, они спрыгивают, помогают! Так, давай! Я пока что тут как-то попытаюсь выбраться, ты там их выстраивай, я пока что посмотрю, что тут дальше! И... О, нет, тут, ё-моё, тут очень опасные и сильные вентиляторы, и также тут стоит голубой стикман! Отлично, теперь нужно как-то спасти его! Так, аккуратный! Воу! Воу! Чё-то я тихо, тут тупанул! Ты чего, не нервничай, я тебе еще блоков могу дать, ты чего? Да, если бы ты вниз упал? А, нужно быть аккуратнее, чувак, тут очень сильно сдувает ветром, тихо, сейчас нормально вытащим твоего друга, не переживай, не расстраивайся, аккуратненько простраиваем тут вот такую территорию и все, давай, опа, все, вроде я сломал, тут вызывай давай своего друга отсюда. Господи, ё-моё, чувак, ты как себя чувствуешь, нормально? Я пока что нормально, хорошо. А вот синий ненормально, потому что смотри, он в какой-то, он супер мощной клетке, и погоди, стоп, я ее не могу сломать, что делать? Блин, подожди, стой, может... А, нужно нарисовать нужно! Погоди, а что если реально нарисовать рычаг и попробовать открыть дверь? Ну так я тебе о чем? Так это и нужно сделать! Все, так, вроде все стигманы пока что здесь, все на месте, все отлично. Погоди, тут есть краски отличные, и палитры, и краски, и кисточки. Сейчас я такой тебе нарисую рычажок. Итак, погнали, я выбрал нужный нам цвет и погнали рисовать. Для начала мы рисуем вот такое вот аккуратненькое основание. Затем у нас там дальше идет дерево, поэтому использовать будем вот этот вот оранжевый. Вот так вот ставим вот такую вот штуку. И теперь берем вот этот вот цвет. Да, почему бы и нет? И все, по сути, рычаг готов. Ну что, у тебя появился, нет? У меня, если честно, нет. О, вот, погодите, смотри. О, реально, блин, он сюда поставился. Видимо, так, тихо, опа, открываем, и все. Вроде твой, ты еще один друг тоже на свободе.
Так, отлично, слушай, у нас тут неплохая такая компания получается, совсем немного, и мы точно Майнкрафт сможем спасти. Да, я думаю, что мы обязательно спасем, и все будет нормально, все будет хорошо. Погоди, тут вагонетки, я думаю, что хватит для тебя и для всех твоих друзей. Погоди, а тут не ловушка случайно? Ладно, я поеду первым, если что, выложу это видео на мой YouTube-канал. Погнали, я заезжаю, тихо, пока что ничего не вижу. Тут какие-то блоки, я проезжаю, пока что все нормально. Опа, я куда-то выехал, а тут, погоди, тут какой-то чувак фиолетовый. Так, мне что, за тобой ехать? Конечно, за мной езжай, пусть твои друзья тоже езжают, я тебя жду здесь. Я пока что тут вашего друга освобожу. Так, ломаю последнюю решеточку и все, вроде последний тоже на свободе. Капец, вы все сюда заехали. Так, давай, я сейчас последнего тоже освобожу. Фух, ну теперь мы все в сборе, обалдеть, конечно. Да нафига ты на вагонетку-то сел? Потому что нам с тобой прямо сейчас нужно бежать к этой машине, которая сейчас все взорвет, иначе черно-белое сейчас все станет. Так, окей, хорошо, садись на вагонетку, а мы тогда за тобой едем. Давай. Так, ну, по сути, мы все сделали и проверяем. О, сработало. Что, реально сработало? Вы все это починили? Ну да, мы все починили. Они все свои цвета сюда добавили в эту урночку, и все сработало. Фух, слава богу, все, теперь Майнкрафт не станет черно-белым. Все останется такое же яркое, такое же красивое, такое же цветное. Офигеть, ну спасибо тебе и твоим друзьям. Да тебе спасибо, потому что если бы не ты, во-первых, мы бы исчезли, а во-вторых, Майнкрафт навсегда бы был серым и неинтересным. А главное, ролик интересный получился. Ребята, сегодня мы с вами спасли Стикмана и его друзей. Стикман, пообещай, что ты будешь чаще появляться на моем канале и радовать моих подписчиков. Да я только за, тем более после того, как ты и твои подписчики нам так сильно помогли. Ох, да, ребята, спасибо большое вам за просмотр и за лайк тоже. Всем удачи, всем спасибо, всем пока!